они, мы еще их называем Tony Drag for Men. Они такие черненькие, лайтненькие, моя любимая фабрика, я про нее всегда говорю, у них потрясающие составы, составы очень большие, куча все различных трав. Также здесь есть Бутерия Суперба, это корень Куал Дэн. Мы про него отдельно поговорим позже. Почему мы назвали ее, эту рубрику, капсулы Пион Тони для мужчин после 50 лет? Ребят, на самом деле действительно очень сильно, и фабрика сказала, продавайте мужчинам постарше. Почему? Потому что действительно идет очень хорошая профилактика лечения аденома простаты, восстанавливает он гормональный фон, улучшает состояние, борется с выпадением волос у мужчин, нормализует половую функцию, помогает при эпидидермите, это воспаление процессов придатки яичника у мужчин, как травматического, так и инфекционного, и при возникновении различных доброкачественных и злокачественных новообразований. Принимается данная банка 10 дней, то есть 3 капсулы, 3 утром, 3 днем, 3 вечером. Мы рекомендуем принимать это мужчинам после... Приветикла. После 50 лет. В такой дозировке. Ребятки, но никто не говорит, что данный сбор противопоказан мужчинам помладше. Поэтому, мальчики, для общей терапии, почему бы не попить 2 утром, 2 вечером, при этом принимая 2000 мг в сутки данных трав, как общую укрепляющую витамину, если у вас есть какие-то воспалительные процессы, да, в мужской сфере. Вот, поэтому обязательно обратите внимание на этот препарат. Сертификат G248-52, номер при заказе 32. Итак, капсулы Тони. Мне даже нравится Тони, у нас есть в Таиланде известная сетка Тони, фитнес-центры, да, и там владельца зовут Тони, он такой в возрасте дядька уже, и я все время, когда вижу название Тони Фитнес, все время думаю, ну почему ты Тони себя назвал, наверное, что-то здесь... Есть секрет, наверное, он знает, что это такое. Так, Тони.